Этот интернет – это зло в самом чистом и большом его проявлении. Друзья мои, я залипла в этот гирик, давай отвечать, как. Кому-то нужен рецепт хлеба 150 раз на странице. Кому-то нужен рецепт рыбы 150 раз на странице. Кому-то еще что-то надо. Кто-то просто пишет мне приятности, за что я вас благодарю, мои сладкие. Спасибо вам большое. Спасибо. Пойдите, волосы Андерсовой соберу. Одну секунду. Не хотела собирать, хотела, чтобы они у меня досохли естественным путем, потому что они у меня потом становятся кучерявые. Ну, в общем, я вам уже это говорила. А вы заметили, что я свою длинную седую волосину не обрезаю, весь пучок не обрезаю? Здесь у меня, видите, седина прет. Обычно мне это все муж обрезает, а потом мне парикмахер сказала, да не обрезайте, у вас будет перелив. Вы видите, какой у меня перелив? Это называется перелив? Я как-то себе чуть-чуть иначе перелив представляла. А это как будто бы, полуседая курица с какими-то растрепанными патлами. Влажные волосы, особенно на затылке. Вот не люблю я их собирать, когда они еще не готовы к этому. Потом они у меня все становятся кучерявыми. Хочется собрать их, знаете, так, чтобы они сильно-то у меня не были в пучке, чтобы так еле-еле слабо-слабо, чтобы просто они мне не мешали жить. Закалю их, лишь бы не падали. Еле-еле, слабенькая-слабенькая бугулька аж телепается на голове. Ну ладно, а то я поесть не смогу, будет у меня все в рот лезть, в нос, в глаза. Побольше шпилек напихаю. Вчера зашла на Озон вечером, думаю, дай-ка себе шпилек закажу. Мои то потерялись, то уже страшные, то еще что-то с ними. В общем, захотелось мне потратить денег. Зашла на Озон, начала выбирать себе невидимки, шпильки, навыбирала такая, знаете, повязку на голову. Все навыбирала, удовлетворение получила, зашла в корзину, 5000. Думаю, ты сейчас нашли лоха. Закрыла просто Озон и вышла. 5000 на невидимки. Нет, конечно. Говорят же эти психологи, что когда хочется потратить денег, достаточно навыбирать в корзину и даже не совершить покупку. Просто совершить действие, что вы выбирали, что вы вот смотрели, выбирали, вам понравилось, вы как бы добавили в корзину, но уже практически потратили деньги, а тут опачки, фокус. Деньги при вас, вы удовлетворение получили. В общем, я вчера на ночь глядя получила удовлетворение таким нехитрым, вседоступным, между прочим, образом. Держите от меня лайфхак, если хотите тоже кайфануть и не потратить денег, вот так и делайте. Вот. Так что я молодец, посмотрела и ушла. Я думаю, Озон остался недоволен. Не имеет значения. Так, что у меня сегодня на завтрак? Слышите, у меня уже дружок наяривает, дышит там. Пылесос. Это мне вчера пишут, а что, значит, вам пылесос не нужен? Я как это не нужен? Я раз в неделю только мой пол... Вы думаете, что я смотрю? Я сегодня делаю испытание снова. Химией набрызгала ванну и вышла. В прошлый раз у меня была адская реакция именно на химию. Сейчас где-то уже прошло полчаса. В прошлый раз, буквально за 10-15 ближайших минут после того, как я вдохнула эту химию, у меня сразу же пошла реакция и все высыпало. Сейчас я, знаете, все время смотрю, пошло, не пошло, пока ничего нет, слава богу. Я разморозила кусочек форель, которую я сама солила. Она у меня прямо вот так завернутая в пищевую пленку, лежит в морозилке и еще и в контейнере, то есть в пищевой пленке. В контейнере герметичном и в морозилке, дабы она не стала такая, знаете, перемороженная, жухлая. Вот видите, какая она классная? Как будто бы свежая. Вообще супер.
Я поподнимала в комнате, вывалился, поподнимала в комнате там диван, кошкин, дрессы свои. А здесь на кухне стулья еще не поднимала. Может, я успею позавтракать до того, как этот товарищ сюда припрется. Я без пылесоса, вообще вот без этого не представляю себе уже каждый день, вот честно. Это настолько удобно, настолько экономит силы, время. Извините. Не сдержалась. Кайф. Просто кайф. Селедку, когда чистишь, у меня начинается. Мне хочется все кости пообсосать. Все на свете. А я пока ее почищу, вся уже в селедке. Как это? Так, ну и что? Что я рассказывала? Я даже сбилась с этой шкурой. Ой, как вкусно мне было. Я вообще-то собиралась уже в магазин сгонять. Ну, я же мистер Улитка, понимаете? Пока это там я соберу свои манавки, задницу в кучу и скажу, так, переставляю, это мой завтрак. А, еще я хочу айсберга. Это 100%, потому что рыба с айсбергом, это фантастика. И думаю, что как раз я схожу все равно в магазин. Мне нужно кое-что докупить. И я думаю, что я еще и куплю айсберг, если попадется хороший. Он уже 100 раз мытый-перемытый, не волнуйтесь. Он просто лежал в пакете для того, чтобы быть в пакете. Только для этого. Я его прям так на тарелочку и положу, надо будет. Взяла листочек. Сделаю вперед. А. Кофе пока пить не буду. Не будем рисковать. А то сейчас все в кучу. И не дай бог, пойдет реакция. Нам этого не надо, мы хотим есть вкусно. Я же даже ничего нового приготовить не могу, потому что я боюсь пробовать. Понимаете, у меня страх. Я уж думала, скоро закудахтаю вот этой курицы, которую я всю дорогу готовила. Так, чего еще я хотела? Может быть, еще яблочко, но это посмотрим, ладно. Все переношу на стол и идемте кушать мои золотые. Может, масло еще достать? У меня в холодильнике вообще пусто, даже смотреть, знаете, как-то непривычно. Все, пойдемте кушать, мои хорошие.